Всем привет! Приветствую вас на канале ABC Cooking. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный, нежный и сливочный суп из шампиньонов. Все, что нам потребуется, вы видите перед собой на экране. Репчатый лук измельчим в комбайне или мелко нарежем ножом. Сливочное масло растопим в кастрюле с толстым дном. И спассеруем на нем лук в течение 2-3 минут. Шампиньоны мелко измельчим в комбайне или мелко нарежем ножом. Добавим их в кастрюлю с луком и будем тушить, помешивая, в течение 10-15 минут. При тушении шампиньоны выделяют очень много жидкости, и нам нужно, чтобы вся эта жидкость выпарилась. Добавим муку и все очень быстро перемешаем до однородности, чтобы не было комочков. Делать это нужно очень быстро, потому что мука очень быстро схватывается. Добавим молоко и все перемешиваем. Далее добавим сливки, доведем до кипения, сделаем маленький огонь и будем варить в течение 20 минут под закрытой крышкой. Время от времени нужно помешивать. Но вот осталось совсем чуть-чуть. В суп добавим сухой шерри и будем томить суп на плите в течение 3 минут. Ну вот, наш суп из шампиньонов готов. Готовьтесь с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на ABC Cooking. Всем пока-пока!